Всем привет! Меня зовут Хабиб Рахманов Эмиль, а для друзей я просто Эми. Как вы знаете, я учусь в 4 классе гимназии номер 1. Все 4-классники подтвердят, что учиться нам не так уж и сложно, но очень интересно. И еще ответственности много. Да, очень много. Парень, я активный. С большим удовольствием занимаюсь плаванием, так что, к счастью, утонуть у меня теперь точно не получится. Я будущий мужчина и должен уметь постоять за себя и за других, поэтому уже 3-й год я занимаюсь айкидо и думаю, что смогу дать достойный отпор хулиганам. А по выходным дням я занимаюсь в секции по шахматам, и уже есть у меня определенные достижения. И все это помогает мне и развивать, и совершенствовать и тело, и дух, и мое логическое мышление. Чтение книг тоже является одним из моих увлечений. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому, когда я решил захватить мир, я начал читать. Ведь в книгах информации довольно-таки много. А иногда даже могу удивить своими кулинарными шедеврами. Салаты делаю с большим удовольствием. Еще, мне кажется, я умею танцевать. Хотя нет, танцую я как-то не очень. Но музыку люблю. Да, очень люблю. Иногда друзья спрашивают меня: ты волшебник? Все успеваешь? А я отвечаю: нет, я только учусь. Ах да, совсем забыл. Нельзя забывать и о моей семье. Семья — это одна из главных ценностей человека. Я люблю свою маму и папу. А еще моего пушистого кота Тимку. И, конечно же, у меня много друзей и одноклассников. И это весь наш 4-й класс, любимый и неповторимый. И пусть я в самом начале дороги стою, но в силах своих абсолютно уверен. А танцевать я все-таки учусь.